Сегодня у меня бессонная ночь. Серия вторая. Сегодня спать мне не дает. О царе Соломоне глубочайшая печаль. Его Максиму праведник, разумный, настоящий человек. На вечном основании одном, одном. Давно точно ясно. Понимая, я ясно вижу, что ее понять смогут люди на земле когда-нибудь едва ли. Как они ее тысяч лет не понимали до сих пор. Хотя эти слова из притчи Соломона читали многие века, многие, пусть если и не миллионы, но сотни тысяч людей. И все без толку. Потому что царь Соломон еще не знал того, о чем сказал значительно позже Вильям Шекспир. Глупость и невежество – общее проклятие человечества. И я теперь знаю, что снять это проклятие с человечества невозможно. К огромному, к сожалению, конечно.